Памятник сталевару Владимиру Гребенниченко установили в 1972 году. Тогда же сделали и сквер рядом с ним. За реконструкцию взялись несколько лет назад. Поставили лавочки, урны и положили плитку. Сейчас парк мало напоминает зону отдыха. Везде мусор, грязь, а под деревьями бездомные. Местные жители говорят, гулять здесь стало невыносимо. Отвратительно. Бомжи тут себе сделали дом. Их тут много. Вот. Не убирают. То здесь у нас всякие социальные элементы, бомжи спят. Тут же они справляют свою нужду. Дети гуляют у нас во дворе. Бомжатник, пьянец и всех на свете. Это теперь ни с детьми не зайдешь. Ничего, тут постели у них, вон, видели, что тут делается? И постели, и все на свете. И пьют с утра до вечера. Территорию убирают, рапортуют в районной администрации, но люди сами бросают здесь мусор, особенно на выходных. Поэтому коммунальщики не всегда успевают приводить в порядок сквер. Оно убирается 3 раза в неделю с путем привлечения предприятия района, за что им огромное спасибо. Но в связи с тем, что накапливается мусор, это ввиду нашего менталитета, и хотел бы обратиться к нашему населению и нашего района, и населению нашего города, чтобы когда они отдыхали, вели себя культурно и убирали за собой свой мусор. Из-за бездомных, которые поселились в сквере, люди перестали водить сюда детей, рассказывают местные жители. В милиции пообещали проблему решить. Будет выставлен дополнительный наряд милиции, патрульно-постовой службы. Маршрут их будет проходить через сквер. Но это значит, не только они в сквере будут дежурить постоянно, а сквер будет в том числе их маршрутом движения. Территорию возле памятника пообещали убрать уже завтра. А приглядывать за сквером милиция теперь будет не только днем, но и вечером. Александр Блиников, Георгий Жилич, Евгений Сосоев. Панорама.